Итак, друзья, встречайте на сцене Уральского федерального команда «Проспект космонавтов». Здравствуйте! Вас приветствует команда КВН «Проспект космонавтов». Сегодня наше самое первое выступление, и ради победы мы готовы на все. На все! Ради победы сегодня мы готовы съесть кошку. Готовы! Да-да, кошка-вкусняшка. Ради победы мы готовы выбежать на сцену голышом. Готовы! Давно хотел. Пока не стоит. Ради победы сегодня мы даже готовы пойти в субботу на физкультуру к первой паре. Да! Мы так не договаривались. Ты чё, псих? Ну да, здесь перегнул, конечно, ребят, извините, да. Команда КВН «Проспект космонавтов». А чё там насчёт кошки-то? Или по сцене голым пробежать? Итак, представьте, типичный случай у роддома. Маша! Ну кто? Сколько? Родная, кто? Девочка, мальчик? Иваныч! Иваныч! Да чё вы устались, мы там проводку меняем, проводку. Иваныч! Недавно в продажу вышел журнал для домохозяек с криминальным прошлым. Его название – «Домашний общак». А в продолжении темы – «Отсидевший учитель». Так, щеглы, кто у вас сегодня смотрящий? Ну, в смысле, это как его, дежурный? Да, кстати, кто в этой четверти не отвечал за базар? Буду спрашивать. Так что там у тебя? Да-да-да, у тебя записка? А, передачка? Ну ладно, можно. Что? Что? Выйти? Выйти хочешь? Все хотят. В ходе заседания правительства было принято решение, что к 2020 году Россия должна войти туда, не знаю куда, и провести на своей территории то, не знаю что. А у нас миниатюра – случай у очень-очень-очень плохого клуба. Стоять. Да мне уже есть 18. Обратно пошел. Я просто рядом стоял. Чем мне постоять? Я кому сказал в клуб? Обратно пошел. Случай на вечерней тусовке. Ребят, можно потише? Время 2 часа ночи. У моего сына завтра экзамен. Он спит уже давно. Сама лама, я не сплю. Друзья, представьте, что всем студентам подняли стипендию до 10 000 рублей. Представили? Не потерли? А мы продолжаем. Спам достает всех людей. Давайте посмотрим, до чего это может довести. И не звоните мне больше, все, достали. Да. Так вас устраивает качество нашей сотовой связи? Вот теперь устраивает. Друзья, это действительно наше самое первое выступление. И пользуясь случаем, я хочу сказать. Сашенька, я люблю тебя. Лиза, ты любовь всей моей жизни. Иваныч! Иваныч! Да чего вы стоите? Там проводку у меня, проводку. С вами была команда КВН «Проспект космонавтов». Спасибо! Спасибо большое «Проспекту космонавтов».